фильм. Здравствуйте. Для нас впервые такая церемония. Столько людей, мы на сцене. И сразу же специальная номинация еще и кому? Сергею Лазареву. Жалко, что здесь нет видео, как мы болели с Таней во время голосования за Сергея, как мы кидали тапки в телевизор на протяжении всего голосования. Но мы, я думаю, мои коллеги, фигуристы подтвердят, что иногда бывает серебряная медаль дороже, чем золотая. Вот. И я думаю, что это серебро будут помнить очень-очень долго. И Сергей — это тот человек, который к своим ногам бросил весь мир. Для нас, для всех, Сергей всегда будет number one. You're my number one. Друзья, честно говоря, я даже не знал, что я номинируюсь в этой номинации, поэтому смотрю, кто же будет дальше представлен. Я не понял даже, честно говоря, что это я победил. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Олимпийский, друзья, здравствуйте. Вот это неожиданность на самом деле, правда. Я, в принципе, номинации, в которых я представлен, я знаю, и тут для меня полнейшая неожиданность. Я ожидал, в общем-то, других номинаций и ждал, когда же объявят победителя, и вдруг мое имя. Вау, круто. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, кто за меня переживал и кто болел за меня на Евровидении. Спасибо огромное любимой стране, Россия. Я знаю, что в разных городах, в разных уголках нашей страны и даже в других странах наши соотечественники голосовали, поддерживали. Огромное вам спасибо. Это невероятно приятная и большая честь для меня было представлять нашу большую, великую страну. Огромное спасибо команде, которая работала над номером, над песней. Огромное спасибо Филиппу Киркорову, автору песни, композитору, также соавтору Димитрису Кантопу. Он тоже здесь присутствует, так что давайте поаплодируем им. Илис Кокотас. Громче, громче, друзья. Именно эти люди написали песню, которая звучала в Европе. И мне безумно приятно сегодня получать этот спецприз. Я вас очень люблю. Огромное спасибо за поддержку. Вау, спасибо, Муз-ТВ! Спасибо. Сергей Лазарев.